небольших деревень и крупное село Яжовицы, куда тоже пришла вода. Последняя информация вести о У нас тут славия немножечко. Вчера опять начала ухудшаться. Вроде как после небольшого улучшения опять начала ухудшаться. А ее? На сегодняшний день ведется там чуть ли не... Ну вот, свершилось. Легендарный телефон, который рекламируют, но, правда, за 15 тысяч, а я купил за... Сколько там? Десятку? Samsung Galaxy A10. Просто я его пока еще не освоил, поэтому... Сим-карту не переставил. Мне уже немножко под... Ну, потому что... Сейчас. А то мало ли люди смотрят не из Боровичей, там не из Новгородской области. Работы ведутся в нескольких районах, в том числе Боровическом, Акуловском, Валдайском, Демянском, Батецком, Старорусском, Шимском и Новгородском. А как продвигается ремонт дорог в Великом Новгороде, сегодня оценил руководитель городского комитета по управлению так, ЖКХ. Так, если на этот телефон снимает вот так. Тоже проводится по нацпроекту безопасной и качественной видите, дороги. С такими квадратами. 63 участка. Например, 13 августа компания «Стройкапитал» приступила к ремонту дорожного полотна у торгового центробанка. То. Ни в одном обзоре почему-то не сказано, что с перехода с маленького телефона на вот такой вот, блин. Он как кирпич, его с непривычки может быть, но тяжеловато его держать, неудобно. Вот такой вот кирпичина. Блин, если у меня телефон вполне в одной руке можно удержать, то здесь я даже не знаю. Не могу разобраться... Пока что вот у него сим-карта, пока как она вставлена, и непонятно, она обработана, не обработана, также с видео не отображается, сколько часов съемки осталось. Я спрашивал продавца, мне хватит для поездки в другой город, он сказал нет, а я посмотрел по этому. По техническим характеристикам 3500 микроампер часов, а у Lenovo 2000, то бишь больше. Я с этим телефоном, который сейчас снимаю, ездил много, а у этот 3500, ну это где-то 3 часа 50 минут, наверное, или 3,5, по сути. Хотя явно, что он работает дольше 2 часов, значит этот еще дольше. Ни с чем пока не готов, ну кроме, в смысле, ничего пока такого не проверил, кроме ну это, конечно же, не 15 тысяч, как Билайн его рекламирует. По крайней мере, если увеличить, вот она сетка увеличения, его, блин, вот увеличение мощнявое. Вот сначала он видит таким все рассеянным, но потом постепенно он настраивается на удивление. То бишь у него качество как у цифрового фотоаппарата. Ну, что-то среднее между телефоном и цифровым фотоаппаратом. Поэтому, если мне удастся освоиться с ним, возможно, как только я с ним освоюсь, блин, все надо делать на коленках. Я перейду на Samsung, а пока что только первый день, поэтому я пока что не рискну.
что убийств? Почему никто не говорил, что он в руке, как... Ну, вот такой маленький, а он такой, блядь, кирпич такой. Как снимать? Если ходить с моноподом, блин, вот так вот держать ток, как выделяться? Я не хочу выделяться. Поэтому мне нужно освоить телефон Samsung, видно, да? Galaxy. 3500 за 5 часов. Да, он может при приближении, у него резкость получше будет все-таки. Короче, новый этап знакомства с Samsung Galaxy A10. Сегодня какое? 16 августа. Я думал, что суббота, оказывается, пятница.